Так, улучшить на улучшение оружия. Да, классно, полезно, спасибо. Надо было вот такую штуку попробовать. Высокая скорость, особая атака, вращение отбрасывает жертву 30-34 урона. На максимум. Ну, 20 ловкости, это, конечно, жесть. Где мне столько взять? Меч мой первый. 20 интеллекта. Скажи, сколько опциональных боссов убил? Если вот этих, то краб и мастер плоти. Все. Но они все такие легкие, что я думаю. Не убил и не убил. Это для меня Хаколь Косм Вохуф. What? Вдохни Нишима. Ну да, да, но они, да, легкие. Ну, я даже не сомневался. Мне кажется, амальгама все равно самой жесткой была. У нее, блин, столько неблокируемых атак. Парирование только после притяжки. Так, а тут ничего нет. А, еще одно такое же Симен. Ах, а ну, нам нужно убивать Левро, убегать. Превзойденный Шкиним, что-то внутри разрывает их на части. Это знакомая тьма. Нити Хоум, спиральные сердца. Червяк какой-то, ползаем туда-сюда. Не захотел зависать в воздухе. Ладно. Обычно на ударе зависает. Ох, уф, как нам назвать ребенка? Верит она так же красочно, как спираль. Мне очень нравится, красиво передвижение сделано. Кстати, Тостер... Я не знаю, что ты говорил, что прыжки по вот этим штукам неудобные. По-моему, они отлично сделаны. Почему это происходит? Биток, что внутри нас, рождает эту Ахлан тьму. Ахлан тьма.
Видно, что разрабы мобов решили убрать и оставить только паркур. О, карта. Всему в эту сторону. Не карта. Шелану, наш ребенок, вахуф, я не могу больше. Кажется, вот спираль будет моей последней охрона. Свой белый дворец. Да. Может, когда-нибудь в него завезут и усложненных боссов, да? С DLC-шкой какой-нибудь. Держи меня, вахуф. Мое сердце КВФ так тяжело. Хотя бы конец Цивони прекрасен. Так, здесь, кстати, хп не заканчивается, лол. Один стрим пропустил, а тут уже жесть какая-то. Ну, это вот как бы конец. Блин, может быть... И мне туда надо было вначале, направо. Ой, смотрите, вон там вот как будто бы что-то есть, какая-то дырка. Можно? Нет. Минус карта получается? Да вот непонятно, что, куда мне надо было-то. Может быть и правда надо за картой попробовать вернуться. Помню, год 3 назад, ДБД гаммал по КД. С тобой попался, ты не планируешь вернуться? Нет, игра для меня мертва. Там трупы всякие на фоне. Я только сейчас, кстати, заметил из этой из соплей. Шет, плыви вахуф. С вахуф ищите другую спираль. Без мстительного тихом в центре. Странные штуки. Мафия — это самых древних из нас первых. Морфия. Наше вечное существование. Открывает ли оно путь шар? На самом деле, не гамма, но было очень весело. Было весело до тех пор, пока не стало ужасно скучно. Потому что игра однообразная. Ничего этого пока что не меняют. Даже не задумываются над тем, чтобы что-то изменить. Ей, карта. Угу. Угу. Да, все-таки в эту сторону надо. Портится одно, но у меня нет. Нельзя сказать, что игра портится. Игра просто стоит на месте. Worst Kunimitsu и Stand Strong Together. Спасибо за сапку. Добро пожаловать в комьюнити. Надевай розовый пол в чатике. Юзаймолд. Спасибо огромное. Рад видеть новых сапов.
Отсюда все. Да потом, как Архонты Надзума ищут вечности, а все остальные страдают. Идеальное сравнение. Кек. Туру-ту-ту-ру-ту-ту-ру. Тода, спасибо тебе за то, что со мной до сию минуты. Ну, я так понимаю, вот верной форме, не верной форме, а наш КК, он... Ого. Ого, красиво-то как. Ну, опять же, эти корни. Корни всегда, блин, красивые здесь, везде. Ай, черт, больно. А, здесь уже не хиляет. А, ну, он потомок древних каких-то инопланетных монстров, богов или чего-то в этом роде. Я понял. Ой. Надо было похилиться, а потом восстанавливать. В игре есть чекпоинт. И есть, ну, костер, как в... Wait a minute. Ага. Как во всех соулзах. Неправильно. Почему я думаю, что обычный прыжок переведет меня через шипы? Гемини. Да кто туда достроил этот кусочек? Прям, блин, в настоящий платформер превратилась игра, конечно. В этом месте. А, вот она, концовочка-то, да? Вот она. Отсюда небо-то и падает, кстати. Это же локация расколотого неба. Не, это расколотое небо, блин, где-то здесь вообще, да. Черт, бесформенная пустошь. А это нервокорень как раз здесь протекает. Интересно. Через электр нельзя тэпаться, да? Нельзя. Ого. What? И все сначала, да? Давайте луп закроем. Ты тут что делаешь? Ты кто вообще? Идиот. Чё на землетрясение? Происходит все чаще. Идиот, ты тут как оказался? Твои родичи явно вовсю веселятся там наверху. Кстати, о веселье. Как прошло твое празднество? Когда кода ждали твоего удара, погибели уже много-много землетрясений. И наконец-то дождались. Кучка суицидальных дураков, осуждаю их, кстати, да? Они отказались от своих тел и счастливой судьбы.
Что ж, сейчас для них уже слишком поздно. Иди своей дорогой, завершитель, может держать свои дары подальше от меня. Ладно. Камень еще. Нам же по-любому наверх. Такая большая карта, очень-очень большая в этой игре. И здесь, и что самое жесткое, в ней очень мало телепортов. Я нашел сколько? 3-4, по-моему. В сумме. 4 вроде. Ну вот это пятый. А, это вообще лифт. Кек. Ну, лифт тоже своего рода шорткат-телепорт. Да? Странно, что люди на Геншин идут, тут другие прикольные. Ну, я не знаю, ребят, почему на другие прикольные игры люди не остаются, а сидят только на Геншине. Видим, ну, типа, блин. Вау, нормально так упал. Я не знаю. Люди не любят игры, наверное. Ну, я давно уже сделал этот вывод. Или я такой слишком тихий, простой и скучный. Это тоже верно. Это тоже отрицать не буду. Такая громадина и без ТП и фаст тревелов, да. Их очень мало, их вот совсем чуть-чуть. Сейчас покажу. Вот эти вот корешки, вот эти вот розовые, это телепорты. Раз, два... Ну, наверняка где-то здесь 3, 1 спрятан, если туда вернуться, 4, 5 и вот этот вот 6, который я вот так и не открыл. Шоце. Еще один босс-файт какой-нибудь окажется. Не бойся. Другая проблема, сижу в Геншин, не могу прийти на стрим по нему, а когда захожу глянуть, то тут другие игры. Так ты под... Ого, ого, о, это же Шидра, да? Че он сюда пришел? Заточил нас в клеточку. Спасибо, Вахайт, спасибо. А насчет Геншина, ну ты заходи параллельно. Сам себе Геншин может быть скучновато в соло играть. Бывает, бывает такое. Лол, мне подарили подписку на орк-подкастера. Приветствую вновь, Ахлан. You know why. Вряд ли моя уловка тебя удивила. Полагаю, это было просто притворно с твоей стороны. Возможно, все так, как верят Кода. Тебе нравится борьба, вызов, и ты вооружаешь меня для сражения, чтобы сделать победу слаще. Или... Что, настоящий финальный бой? Растворилась в шарике. Возможно, есть другая часть тебя, которая хочет иного. Та часть, что обладает формой и в груди которой живет дыхание родителя. Принесенные тобой материалы пошли на изготовление этого устройства, которое дарует тебе возможность сделать выбор. Можешь отступить, отпустить нас. Когда-нибудь нам всем придет конец, но этому не обязательно происходить сейчас. Тебе не обязательно прилагать к этому руку. Просто отпусти и забудь. Пью для отражения прицепившегося устройства. Отринь стремление уничтожить. Можешь освободиться от дальнейшей борьбы. Прошу тебя, спиральное сердце. Нет, пожалуйста, отдумайся. Остановись, остановись. Хорошо, да будет так. Пусть я и не могу уничтожить тебя. Я буду сражаться за каждое мгновение, которое этому миру дозволено просуществовать. Ну да, это... Нормально сражаться за существование. Че, ого, как обычно, фонариком. А,
посол? Охренеть, я вообще урона не увидел. Откуда сейчас прилетело? Имхо, люди приходят за общение на стримы ко всем. Если на них не реагируют, то они будут идут дальше в поиске общения или дружелюбного чата. Смотреть геймплей любой игры, смотрят на YouTube в записи. Это... попытка сказать, что... мы на стриме не общаемся или что? Конечно, приходит за общением, поэтому Джесс Чессинг такой популярный. Я вообще не понимаю, откуда исходят эти, ну, эти источники урона. Ну, можно его беленький отражать. Вот это замечательная атака шариками, меня второй раз подряд убивает. Это мнение. Ну, типа, никто в этом и не об этом и не спорит. Естественно, приходят за общением. Там же еще они могут приходить. Жаль, что люди игры разлюбили. И уставки, когда поймет, что фонарь не имба. Да не юзаю уже фонарь, чё ты? Да как ты, блин? Вот, блин, эту атаку, наверное, можно отразить, да? Должно же здесь быть хоть что-то, что отражается. Явно не это. Ну, в воздухе-то отражать нельзя. Вообще не понимаешь, что происходит на экране. Понял. Происходит файт с боссом. Что здесь сложного? Кто-то приходит за советом по игре. Ну вот все и приходят за советом по Геншину. К сожалению. Братская атака. Да-да-да, вот еще бы помнить, что потом еще одна идет, он руки раскидывает свои. Так, шары я помню, настолько помню, что не смог от них увернуться. Это какая-то, какой-то... сейчас произошел, когда они упали. Было проклятие ДБД, теперь проклятие Геншина. Проклятием не назвать, потому что Геншин-то хорошая игра, но... ну, ДБД в свое время тоже был хорошим. Да не важно, ребят. Давайте не будем это обсуждать. Я уже устал. Типа, знаете, сам-то об этом думаешь. Чуть на стриме мусолить. Спасибо всем, кто смотрит. Вау, а нормально, да, что оно... ну я нажал на Q, я хотел отразить эти его атаки руками. Блин, в воздухе нельзя отражать, меня это бесит. Что за малюсенькие штучки, как они вообще меня продамажили? Кстати, я не знаю, почему нельзя обсуждать это все во время другой игры. Понятия не имею.
Геншин фоном слишком хорошо заходит. Потому что Геншин — это джаз-чатинг. Мы же все знаем, что всем вам нравится джаз-чатинг, да? Вот Геншин, он джаз-чатинговый. Что в нем происходит? Мы просто сидим и общаемся. Как можно, блин, вообще попасться на урон этих камней? Камон. Короче, это так, походу, нельзя сблочить. Иначе я бы ее уже сблочил. Ау. Ты издеваешься? Что? Кто вообще делает эту атаку в центре? Ой, вот это какая-то хрень. Мобы, ясно, червячков создал, блин. Сервокорневых. Но зато это позволяет, они по факту позволяют восстановить. А, он хиляется пока. Я с ними дерусь. Тягиваться, нет? Спасибо. Ой. Жопа. Я столько хилок потратил. Желтый шар можно в него же кидать. А, он светится, да? Я не знаю, почему я не задумался об этом. Он как бы, ну, светится желтым, и просто... Для меня это шар, который просто не оставляет лужи красной крови снизу. Я же отпрыгнул. Хочу сказать, что можно просто с краю стоять и ничего не произойдет. Да, можно куда-то его кидать. How am I supposed to? Шидра, это Амальгама 3.0. Похоже, выглядит. Да, кстати, очень похож. Кстати, мой шар улетел куда-то не туда. О, нормально, я им по голове вдарил. Урона. Нормально так. Лучше
Да, так я считаю. Двести восемь урона. 280, вернее. Верни. Плохо высасываем. Да блин. Было неплохо. Окей, не попал в этот раз, наконец-то. По 220 притяжкой сносить, конечно, класс. О, блядь. Ах. Не понял. Нет, нет, нет. Не понял. Привет, Ван Моб, здравствуй. Пока тут стример потеет над финальным боссом, могут ли знающие люди немного пояснить за сюжет, чем сюжет чуть дальше, чем просто то, что как из рода уничтожителей мира, было бы просто прекрасно. Да вроде не из уничтожителей. Ну, хотя хз. Ну точно из какого-то инопланетного рода. Это да. Тут все верно. Прыгаешь такой к нему, а он такой, на тебе атаку. Восхитительно делать эту атаку после этой атаки. Просто обожаю то, что он делает. Ты же как бы должен тут атаку сделать. Привет, Дотор. Ехала атака через атаку. О, в этот раз я тайминг смог словить нормальный. Да куда ты полетел-то? По-моему, самое безопасное место — край экрана. Для этих осколков. И все равно попался. Я не могу не попадаться под атаку, когда он просто руками сверху бьет. Я не знаю почему. А почему-то еще урон перестал показываться в определенных ситуациях. А, все показывается. Ага. Окей, живцы. Я постою чуть-чуть. Мне нормально.
Ну, наконец-то! Спарировал, блин. Я хилялся. Похилялся. Угу. Похилялся. Та-да! Та-да! Тру! 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 Да не, наверняка есть где-то крутая магическая пушка, которая круче, чем моя вот эта хрень. И типа... Я не дамажу просто потому, что у меня пушка говно. То есть оно попало по мне? Ладно. Зачем к этой штуке притягиваться? Он же потом стягивает тебя и дамажит, типа. Не очень удобно было, не очень выгодно выходит. Что-то все никак руки не доходили. Ой, я, кстати, забыл про свой клон маленько. Как же он бесит. А, в меня попало, нифига себе. Самая безопасная стратка не сработала. На этой вот херне, как только тебя хоть что-то начинает дамажить, потом становится супер тяжело что-то как-то увернуться от всего этого дерьма. О, неужто рип? Да не, кажется, сейчас новая фаза будет. Ну а я о чем? Классическая фаза, убегаем от лавы, чтобы потом забурить ему прямо в глаз.
наш бур, который пронзит небеса. Вторая фаза. Класс. Все атаки не блокируемые, я так понимаю, да? Камни падают с небес. Кровушка какая-то. Хрень происходит, если честно. Шидра, ты... Банусь. А, вон левую надо парировать. Все, я понял. Блин, ну бедный босс, да? Отчаявся. Ну красиво, конечно. Прощай, Шидра. Ох, мог ли я сделать что-то иначе лучше? Если бы я атаковал тебя в момент твоего появления, нет, это бы лишь приблизило наш конец. Мне только и оставалось, что пойти на риск. Как бы то ни было, спасибо тебе за время, что нам дозволено было существовать дольше, чем многим. Если идеал кода хоть немного истинен, может быть... Самый крутой навык для финала. Бессмертие. Скушано. Вернее, засусали. Сразу повсюду, как весь рот, позволяя телепортироваться между активированными суррогатами. А, ясно, понятно. Ну, для изучения всех локаций, да? Обивочка. Ну что, финал. А вот и шорткатики. Та-дам, та-дам, та-дам. Вот это лифт. Ого. Я бы сказал, что там должна быть секретка. Where the fuck am I? Где это хотя бы? Ладно. Быстро дай шорткаты, да? Довольно тупо, то есть... Да нет, он был фаст-тревел. Я же говорю, он был просто в виде... Ну, в виде этих серво-червей. Ну, такой слабенький фаст-тревел был. Улучшить? Да, можно теперь оружие улучшать. Больше не Шидра нам улучшает. А правда, что ты 7 месяцев назад хотел Альбедо на 80-90 качнуть? Я не знаю. Ну, если это правда, то мой YouTube как бы... Вам в помощь, если очень хочется узнать. Все записи стримов есть на ютубе. Я что-то нихера не понял, как здесь пропрыгать. What the fuck? Мне точно сюда, лол? А, я могу так даблшифт делать, все ясно. Ну, Альбедо, Наэль, Джун Ли и прочие персонажи, скалирующиеся от ХП и защиты, очень важно их качать, да. Я их не качаю, потому что мне это не надо. Anyway. Хронистиана. Видел все. Я только сейчас посмотрел видео Синьянь на ФТПАке.
Берешь, что бьешь 10 кг кубков, качнешь. Поскольку я им перестал играть, очевидно, я не хочу его качать больше. Ну, типа нахер надо. Может, и хотел. Правда, что это единственные персонажи, которых есть смысл качать. Там уже дело случая. Что такое, билку надо давать в середине игры или типа того? Ну это, видишь, билка для тех, кто хочет прям фул, на фул игру исследовать после финального босса. Там типа стена, которая будет шорткатом или что? А, тут стена, которая надо шифтануть. Просто так темно, вообще нихера не видно. Гигантская же игра, конечно, в плане локаций. Обсидиановые залежи какие-то. Красота. Ой, это какая-то тяночка. Ух, ёпта, нифига себе. Это не одна такая какая-то тяночка. Наверное, это его мать. Он такой малютка. Малютка, черная дырочка. Дырочка, блин. Звучало ужасно, конечно. Резонирует. Когда закончилось? Можно сказать, что он вознесся. Может быть, каждая из этих черных дыр — это целая вселенная. И вот сейчас он зародил свою собственную. Родство. Ой, как красиво написали. Passion или developed by Cloverbite. Директор и продюсер Йордан Вайсброд. Дизайн, анимация, история, нарратив, левел арт, все один человек. Ник Почтарев. Почтарев. Ну, кто-то русский. Йонатан Теппебер. Может, нет. Ковалев, а два Вина Ковалев. Ва, Александр. Шон Сика. НГ плюс, я думаю, что откроется НГ плюс, скорее всего, лично. Хотя, вопрос, если она не сложнее, чем обычная игра, то смысл? Зашел, а тут уже конец. Какой-то неожиданный, что ли? Да нет, вполне ожиданный конец на 20 часов геймплея. Просто вы заходите редко. Другие. А, чаще. Заканчиваем или куда-нибудь еще пойдем? Да вот хрен его знает, на самом деле. О, как бы надо блокбуку проходить. Теперь. Ну, завтра выходной. Я уже немножко подустал. Ты еще в самом начале, когда обучали парированию, говорили, что это закуска перед предстоящим пиром. Ну вот, короче, он их всех съел.
весь этот мир. Но при этом, может быть, они живы в его черной дыре. Может быть, он там свой собственный мир внутри него, а? Ну, как он такой? А, потом они там создадут уже свою цивилизацию. Внутридырную. Мне кажется, гениальный сюжет. Съесть все, чтобы создать все сначала. Потом как будешь заканчивать. Ну, буду, куда я наденусь? Конечно, буду. Просто... Это лишь одна из реальностей. Будут и другие. Надеюсь, что играем вам понравилось. Да, очень. Будем ждать новые игры, блин. На самом деле, очень надеюсь, что игра заработала студия свои деньги. И действительно, они смогут сделать новую игру. Новое сохранение. Там же нету никаких новых игр плюс. Сложностей. Не, ничего вроде бы нету. Заставочку захотелось вспомнить. Через годик в Батонку пройдем. Не, сейчас Блокбуку надо проходить. Типа, Не, можно было бы, конечно, одну... Ладно, я не хочу ничего смотреть. Можно было бы, конечно, попробовать одну миссию в Батомке, но, наверное, лучше в теории начать четвертый акт в Блокбуке, раз уж такие дела.